С момента начала пандемии в Прикамье подтверждено 25 666 случаев коронавирусной инфекции. Поправилось уже 19 766 человек. Умерло от ковида и сопутствующих заболеваний 1448. Соблюдают карантин 3913 жителей края. Березняковские медики сообщают, что в их больнице у 137 пациентов диагноз коронавирус подтвержден. На домашнем карантине 1405 березняковцев. На больничных койках Соликамска с ковидом 52 пациента – 47 из них – жители нашего города, выздоровело за весь период. 953 человека, скончалось 19. Под наблюдением врачей – 137 соликамцев. Берегите себя и будьте здоровы. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».